Доброго времени суток, господа! Представляю ваше внимание сцинтилляционный радиометр СРП-6801 1987 года выпуска, серийный номер 674. В комплекте с прибором идут телефоны головные, а попросту говорят наушники с двумя ушами на тканевой основе, оголовье у них тканевое, ремень для ношения прибора и деревянный ящик для транспортировки прибора. Деревянный ящик в силу его размеров в кадре не демонстрируется, но он присутствует. А также непосредственно сам радиометр СРП-6801, работоспособность которого мы сейчас и проверим. Итак, включаем прибор. По отклонению стрелки микроамперметра мы видим, что питание в норме, поэтому можно переходить в режим измерений. Режим 2,5. Поскольку блок детектирования в источнике ионизирующих излучений не уткнут, то сейчас в данном случае мы производим замер активности в месте проведения съемки. Как видим, по отклонению стрелки микроамперметра радиационный фон в месте проведения съемки составляет порядка 8-9 микроентген в час. Максимум 10 микроентген в час. Переводим радиометр в режим 5. Ждем некоторое время, поскольку радиометр в режиме 5 требуется ему более времени, нежели в режиме 2,5. Как мы видим, в режиме 5 показания радиометра абсолютно идентичны показаниям в режиме 2,5. То есть среднее значение порядка 9 микроентген в час, стрелка колеблется между 8 и 10. Максимум до 10 доходит. 9-10 микроентген в час отклоняется и до 8 микроентген в час. То есть среднее 9 микроентген в час – это радиационный фон в месте проведения съемки. Значит, произведем самодиагностику прибора. Для этого, следуя по инструкции, зажимаем кнопку контроля. При зажатой кнопке контроля показания радиометра, будь то режим 2,5, либо, как в нашем случае, режим 5, не должны отклоняться более чем на 10%, нежели при отжатой кнопке. То есть смотрим, у нас сейчас при отжатой кнопке порядка 8-9 микроентген в час. Зажимаем, показания не изменяются. Обычно, если прибор самодиагностику не проходит, то показания при зажатой кнопке контроля скачкообразно падают. У нас это не проходит, то есть прибор самодиагностику собственными средствами проходит. Произведем контроль 5 вольт, подаваемых на блок детектирования. Для этого переводим радиометр в режим 5В и смотрим. Если стрелка становится ровно на середину диапазона, значит это свидетельствует о том, что на блок детектирования подается 5 вольт, как в нашем случае. Произведем теперь тест гнезда для наушников. Подключаю гнездо. Надеюсь, вам слышен характерный треск. А гнездо для наушников в рабочеспособном состоянии. Теперь мы, находясь в режиме 2,5, либо 5, не суть важно, снимем колпак и произведем замер активности контрольного источника. Контрольный источник берем вот такой вот. Наличие либо отсутствие контрольного источника в комплекте с данным прибором читайте, пожалуйста, в описании к данному видео. Здесь же есть гнездо для крепления контрольного источника. Сам же контрольный источник по запросу. Итак, как видим, радиационный фон порядка 9-10 микроентген в час. Прикладываем контрольный источник нанесенной риски. Видим, показания прибора возрастают. К сожалению, в силу того, что данный контрольный источник достаточно древний, 88 года выпуска, и в силу того, что период полураспада кобальта 60, который находится в данном контрольном источнике, порядка 5,3 года, то данный контрольный источник, к сожалению, каким-то либо другими значениями, нежели вот сейчас мы видим, до 25 микроэнген час он доходит, похвастаться не может. То есть можно сказать, что источник дохлый. Убираем контрольный источник. Показания будут прибора падать к фоновым 9-10 микроэнгенам час. Прикладываем
контрольный источник к нанесенной риске на блок детектирования, показания активность контрольного источника или показания прибора будет приближаться к вышеозвученным 25 микрорентгенам в час. Переведем радиометр на режим 100. Посмотрим показания контрольного источника. Как мы видим, вышеозначенные 25 микрорентген в час. В режиме 300 они будут падать. Вот 25 микрорентген в час. В режиме 1000. Ну, в режим 1000 и режим 3000 для такого источника, конечно, показания там будут чуть-чуть выше нуля. Падают. Вот на всех режимах мы проверили работоспособность прибора. Возвращаем его в режим 30. Вот, ну, в принципе, мы это посмотрели. Можно даже выключать прибор. И перейти к осмотру внешнего вида прибора. Итак, лицевая панель. Без механических повреждений. Лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, как мы видим. Стоит печать о том, что прибор проходил поверку. Значит, год выпуска прибора, как я уже выше озвучивал, 1987, серийный номер 674. Вид со стороны крепления контрольного источника. Как мы видим, крепление контрольного источника есть. А наличие либо отсутствие контрольного источника читайте, пожалуйста, в описании более детальном. Вид снизу. И вид со стороны батарейного отсека. Как мы видим, везде лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, механических повреждений, либо коррозийных повреждений, прошу прощения за оговорку, нет. Шнур тоже в идеальном состоянии, не перебит, не перегнут, не треснут, иным механическим, либо иным другим способом не поврежден. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования имеет телескопический механизм. Гильза блока детектирования, как и сама рукоять блока детектирования, тоже в идеальном состоянии. То есть трещин, либо иных повреждений нет. Ну и колпачок. Вот такой вот SRP-6801. Благодарю за внимание. Всех вам благ.